Три лучших способа повязать на себя худи. Сделать это на поясе. Классика, но можно сделать это чуть оригинальнее, компактнее и удобнее, затянув один рукав в узел и продев второй через образовавшуюся петлю. Накинуть на плечи также традиционный способ, и можно сделать это так, чтобы не помять ни само худи, ни ее рукава. Ну и на десерт самый непростой, но крайне интересный способ расположить худи в формате крис-кросс. Следите за руками. Формируем узел, аккуратно складываем один рукав, после чего накрываем его вторым, окутывая всю узловую конструкцию. Такие вот варианты. Используйте. Ну а какой нравится больше всего, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях.